Бывали времена, когда я обучал новичков, помогал выживать, и это было действительно забавно. И вот, зайдя на сервер, в мою голову проникла одна интересная идея. А что, если в роли новичка буду я? Присаживайтесь поудобнее, вас ждет забавная история о том, как я притворился новичком. Hello, guys. Кажется, тут новичкам не рады. Привет. Привет, слушай, научишь новичка? Привет. Возьмете новичка в пати? Я вот что? Только раз купил, я пытаюсь научиться играть. Нет. Нет, нет, чувак, какого новичка в пати? Че, гонишь, что ли? Нет, конечно. Почему нет? Ну, потому что ты играть не умеешь, чел, поэтому и возьмем. А как мне научиться играть, если со мной никто не хочет играть? Нет, нет, с нами ты играть не будешь точно, друг. Не обессудь. Ну ладно, я еще раз попробую, почему нет. Привет, ребят, hello, guys! Talk to me! Hello, guys, привет, ребят. The fuck did you call him? О, ребят, ребята, можно с вами играть? А то я новичок, ребят, не убивайте. Ты новичок? Я новичок, у меня 100 часов, ребят. Да? Не убивайте меня. Становись, ты новичок? Новичок? Да? Блин. Кабан, я новичок, не убивай. Не убивай новичка, кабан. Кабан. И как вы понимаете, новичков в этой игре не любят даже кабаны. И вот, бегая по карте, я наткнулся на одного добродушного бомжика, который вежливо убивал слипера. И я подумал, что вот он, тот самый шанс. Привет, а можно с тобой играть? Я новичок. С тобой можно играть? Ты чё дерёшься? А еще хотел бы вам напомнить, что вы можете поставить лайк, написать комментарий, и если вы не подписаны на канал, то обязательно подпишитесь, это огромная поддержка. Видишь, это твой камень. Ты меня им хотел убить, да? На самом деле, я так уже пробегал огромное количество времени и уже начал терять надежду. Но тут случилось чудо. Ты зачем бомжей убиваешь? Алло! Кирилл, не убивай! Стой! Кирилл! Кирилл, стой! Стой, Кирилл, послушай. Что такое? Что такое? Я новичок, не убивай меня. Я реально вот только играть начинаю. Я смотрю, ты серьезный парень. Хорошо, хорошо. А можно с тобой играть? Ну или хотя бы рядом. Я просто, у меня 200 часов, можешь посмотреть. Да, можно. Пошли за мной. Вот, смотри, это мой друг. Вот, это мой друг. О, привет. Привет. А я могу тебе кукурузу дать? Будешь кукурузу? А вы давно что играете ты? Тут? Может, дать тебе что-то? Мы не домик наш. Ох, ничего себе. Ну, дом у вас большой, слушайте. Да, это самый лучший дом. Давай к нам в команду. Да, давай к нам в команду. Давай. Ну, я могу чем-нибудь помочь вам, только надо, наверное, водички попить. Да, попей водички. Какие-то подозрительно они слишком добрые, эти два бомжа. Слушай, тебе надо топоры кирка? Могу дать. У нас просто 4 таких топоры кирка. Ого. Хочешь, можешь пойти фармить, а мы будем со стороны прикрывать. Да. Пойдем. Что-то мне это напоминает. Хочешь, пойдем фармить, а мы будем прикрывать. Это очень странно. Мне нужно было играть свою роль максимально правдоподобно, поэтому я включил дурачка и фармил каменным топором камушки. Почему не фармится камень? Я киркой стучу. У тебя топор. А это кирка получается, да? Да, вот это. Начинается движуха. Сколько у тебя вообще часов? 203 часа. Ух ты, какой красивый восход или закат. Ого. Да это восход, только что ж ночь была. Ай, блин, мне уже нравятся эти пацаны. Медведь! Что? Ребят, вы можете убить его? Нас же трое, мы победим, я думаю. Мне кажется, какой-то опасный. Думаешь? Надо подать тебе копье. На. А, он забаганный. Мы бегали по карте, фармили различные ресурсы, и я продолжал притворяться новичком. Ох, хлоп.
Hello. Привет. Hello. Yes, man. I'm friendly, I'm friendly. Все? Можешь крафтить себе лук на вот камень? Камень is stone, right? Because I'm Polish and I think you're Russian. Мы поговорили с этим поляком. Он нам показался довольно дружелюбным. Мы даже скинули ему какие-то ресурсы. А после мы увидели, как кто-то кого-то убивает, и побежали туда. Сможешь. No, someone, Leo. No. My friend. Oh, it's your friend. Oh, sorry. My friend. I can't give you a boat. Это наш. Рыме. Thank you. Don't worry. Nice. Это они дружные, они с нами, типа. Понял? Mm-hmm. Молодец, ты попал хоть раз. Хорош. С первой попытки. А после к этим польским ребятам присоединился еще один третий игрок. И они начали бегать за нами. И меня это действительно насторожило. Слушайте, мне кажется, что они не очень добрые. Не, за нами бегают. Давайте их убьем. My friend, kill. No, what the fuck? No. Хорош. Он сзади. Хорош, пацаны, мы красавы. Ты прям точно попал, красава. По итогу оказалось, они нас пытались просто обмануть и забрать все наши ресурсы. Но у них не получилось. Я на самом деле рассчитывал на то, что они меня предадут и убьют, но они даже впустили меня в свой домик. Заходи. Не вижу, ты мирный. Хороший. Я пароль в чат напишу, в тиммейт. Только не меняй, пожалуйста. Мы вот только недавно начали. Смотри, у меня вот есть какие-то ресурсы. Сидеть без дела мне не приходилось. Нам постоянно нужны были какие-то ресурсы, чтобы расширить домик, заправить печки и так далее. Тем более, они пытались меня обучить, как все это добывается. Так, я не буду специально по крестикам бить. Буду притворяться максимальным дураком просто. Слушай, а что это за крестики появляются? Типа нельзя бить его? По ним бей. Это надо бить. Это метки, чтобы ты быстрее дерево сбывал. Слушайте, ну вы первые попались, которые добрые какие-то, потому что меня все убивали. Где-то наша хата должна тут быть. Тут что-то плывет. Тут лодка. Опа. Тихо, не стреляй. Бежим. Стреляйте, убью нахуй всех. Стой, не стреляй. Идите, пока живем. Мы мирные. К нам на остров приплыли какие-то странные челики, и они просто бегали и фармили. И тут у меня появилась грандиозная идея — угнать их лодку. О, смотри, у нас лодка есть. Чё, куда идём? А мы можем эту лодку забрать? Можно, но это будет сложно, мне кажется. Ты думаешь, они нас зарейдят? А мы ее просто одолжим ненадолго, эту лодку. Да, зарейдят. Я их уговаривал на протяжении 5 минут, и все-таки мы решили отправиться в море полутать компоненты. Все, давай садись. Не, это нельзя добыть. Эти бочки нельзя добывать. Но они просто не добываются. Ух ты! Шо, я тут какую-то маску нашел. Интересно. Так, ну дом наш жив. Дом живой. Все. Покатались и хватит. По приезду домой они даже решили укрепить нашу крепость и добавить еще пару фундаментов. И вот так двери. Все, у нас камень закончился. Нам надо камня будет подфармить. И я думаю, вы уже угадали, кто же будет фармить этот камень. Да, именно я. Все, сколько у тебя камня? 3000. И вот как только мы нафармили ресурсы, мы бежали в сторону дома. Но там нас уже ждали типы, которые приходили к нам ранее. И они были агрессивно настроены. Надо бежать, мне кажется. Что делать будем? Надо как-то домой попасть. Может... Ой. Привет. Привет. Мы бомжи. Это мы. Свои. Вы забрали, привет. Да, нашего? Нет, она там стоит. Мы ее вернули. Извини. Мы одолжили. И мы все вернули. Да, мы все вернули вам. А дайте рез, или я сейчас всех убью. Какие рез? Забирай, вот. Вот, я отдаю. Рез. У него много всего, ребят! Зря.
Это зачем? Ё-моё, у него ресов, Кирилл! Убегаем! Убегаем, ребят! Пацаны залутали ресурсы и куда-то свалили, а я остался сражаться до последнего. Они на нас обиделись и очень долгое время потом сидели у нас под домом. Нам нужно было оружие, но меня останавливало то, что я должен притворяться новичком. Поэтому я отправился один в центр карты искать приключения. Изи лут, бич. Короче, мне нужен здесь спальник, потому что там, где живут они, жить смысла нет. Я увидел, как в один небольшой домик забегает бомжик, и подумал, а почему бы его не дипнуть? Вау, мейт, джи-джи. You can get all that loot, but you can't get out. You know? It's not true, bro. I can show you. I just destroy what your foundation. What is the secret way? Подумаем типы, и это очень опасно сделать. Выходить отсюда. А с чем он сидит? Убегай, убегай, убегай! Нет, он уже близко, он меня сейчас убьет, либо не... Кириллку убили и спасти его мне не удалось. Но выбраться из этого домика у меня все-таки получилось. Ну да, ресурсов у этого бомжа было немного. Наконец-то я добежал в мирный город, купил камень, за камень купил дерево. И у меня наконец-то была возможность отстроить свой домик неподалеку отсюда. Кирилл, там стреляют. Кирилл, бежим. Привет, братан. И стоило мне только начать отстраивать наш домик, на меня напал какой-то челик с ревиком. Сюда бежит, сюда бежит. На коне. Я его убил. Тогда ладно. О, оружие. Слушай, на лук тебе. Я забрал оружие. И тогда я понял, что строиться там уже смысла нет, и поэтому отстроил домик немного в другом месте. Не успел я достроить свой домик, на нас начали нападать бомжики с пушками. С чем он? Пустите в дом. С оружием? Пустите в дом. Я его убил. Сава, шумышка. Фух. Слушай, он почти нас убил. Я понимал, что скорее всего он еще раз вернется, поэтому добавил еще одну дверку. Слушай, ну в эту игру не так уж и сложно играть. Смотри, что я нашел, а эта фигня может пригодиться в доме, нет? Нет, нет, зачем нам это? Нам вот это не надо. Пусть пока стоит. Могу дверь твою закрыть, не надо, не рискуй, пожалуйста. У меня 13 FPS. Нет. Друг. Смотри, что я забрал, друг. Тут какое-то оружие мощное, я не знаю, что это такое. О, братан, это берданка. У нас опять кто-то под домом. Что мне делать? У меня 14 FPS. Как мне играть, скажи, пожалуйста? Тут такой район живой, сейчас, да? Сейчас, подожди, Вася, сейчас приду. Да вообще, блин. Сейчас приду. Ну только не вздыхай меня. Угу. Почему он меня называет Вася? Все просто. Когда он спросил, как меня зовут, я ему ответил Василий. И только я собирался выйти пофармить камушка, как вдруг выбежал сосед с базукой, и он явно был чем-то недоволен. Офигеть, они с базукой уже бежали взрывать мой дом.
Это нас рейдят? Я был действительно в шоке, ведь к такому жизнь меня явно не готовила. Пацаны! О, запускай, это гуд. Пацаны! Здорово, Бива. Привет, давай тех убьем, которые на улице. Или это... Патронов у нас не было, поэтому мне пришлось отбиваться с лука. Слышишь, чизик. Лежать! Друг, я их убил! Давай переедем отсюда, пока не поздно, потому что нас будут рейдить. Давай. Ой, я, можно я ткань? Я себе спалгу скрафчу. Я убил двоих. Выбегай на улицу. Вот мужик, там бомжик. Друг! Не умирай, я бегу. Заходи! Нет! Заходи! И знаете, мои соседи были очень недовольны. Вы просто посмотрите, как у них бомбило. Какой же ты еще 200 часов тут зима. Заходи, заходи, голос. Вот трохим, 200 часов. Пока аккаунт туда. Почему вы такие агрессивные? Я только играть начал, а вы уже такие агрессивные. 200 часов на читах играешь. А где я с читами играю? Можешь показать? У меня появился камень, и это означало только одно, что я могу застроиться. Но не давали мне это сделать мои соседи. Вон был. Ты че не лутаешь-то, блядь? Вася, я все ткань спал. Алло. О, здорово, Вася, Биба. За домом еще, за домом. Сражаться с ними мне приходилось очень много раз, так как у них дом был напротив меня, и он был, скажем так, не очень маленький. Да и они были в обиде на меня, поэтому сидели у меня под домом. Бесконечно. Фух, мы отбились от них. Ладно, мне уже надо уходить. Вася, прости, но мне уже все говорят. Ты сможешь сам выжить без меня? Тут еще мой друг есть. А ты зайдешь завтра? Прости, я завтра зайду, честно. Да, да, честно зайду. Честно, честно. Хорошо, я буду ждать тогда. Пока. Удачи тебе. Смотри, чтоб не забахали тебя. Так... Кирилл меня покинул, и я остался один сражаться с этими соседями. Ребят, не убивайте, пожалуйста. Умный, что ли, блин? Надо переезжать отсюда, потому что поиграть они не дадут, очевидно. Как только все подутихло, я схватил топорик и побежал фармить дерево, ведь я понимал, что скорее всего они придут меня рейдить, а для этого мне нужно было сделать хорошую отстрелочную. Ах да, еще я придумал просто гениальный подъем наверх. Работает. Супер. А как понять? Да ё-моё. Я не знаю, что я строю. Что это такое? Так, слушай, останься тут. Поконтри дом. Я сейчас вернусь. А, хорошо. Так они катают дом полностью в металл. Нифига себе, они серьезные. Я очень надеюсь, что с этой бочки мне выпадет что-нибудь на ткань. Нет, не выпало. Пока я фармил металл и ткань, мои соседи сидели у нас под домом. И это продолжалось просто бесконечное количество раз. Чувак. Видишь этот дом? Вот эти три мартышки с этого дома. Это больше. Угу. Потом у них пригорело еще больше, они сели в окно и сидели там с калашом круглосуточно. Вау. Ай. А после они даже залезли ко мне в дом и сидели до посинения. Я даже не знал, как от них избавиться. Я сейчас это взрывать буду. Давай, контент. Давай, в огне горим.
Вот это вроде как застрял. Бежать, девочка. Не приходи сюда больше, от тебя воняет. Не надо. А чуть позже мне действительно повезло, я даже поймал какого-то фермера. О! Хорош! Ты хочешь офигеть сейчас? Я только что убил какого-то типа, который бежал, смотри. Наконец-то настала ночь, мы схватили все ресурсы, и нам нужно было как можно быстрее отсюда сваливать, ведь играть с такими соседями было довольно сложно, они просто не давали нам выйти. Забежав на аутпост, я поизучал самые важные предметы, купил дерево, и мы уже были готовы отстраивать наш новый домик. Но тут случилась непредвиденная ситуация. Наш домик начали рейдить, и мне стало интересно, может быть я смогу что-нибудь сделать. Я кильнулся в сейф-зоне и появился в своем старом домике. Домик-то рейдят. Ай, зачем вы меня рейдите? Эти клоуны меня зарейдили. И вот я реально не представляю, насколько сильно они расстроились, когда увидели, что в доме абсолютно ничего нет. Хотя нет, из ценного там лежала одна какашка и бинокль. Вот походу от кизди, чтобы его запустить, того типа, серьезно? Так вот, я о чем не говорил, типа. Что у моего брата 500 часов наиграно, он, наверное, тебе говорил. Потом он пошел спать, и я, ну, мне дали поиграть. Я вообще играть не умею, просто попросил поиграть в него. Ну ничего, я тоже не особо, но я так иногда стрелять умею. Да не, нормально все. После я познакомился с братом того самого Гуда, залутал свое тело, и мы побежали отстраивать наш домик уже немного в другом месте, но неподалеку от аутпоста. Да, и это все, что мы умудрились засейвить с того домика. Как я и обещал моим учителям, оружие я выбил. Я зашел на следующий день и был приятно удивлен. Они не поменяли свои пароли, и я остался играть с ними. Они в онлайне? А что тут происходило вообще? Так, ну сразу прошу заметить, что у меня больше нет МПшки. Пока я шарился у них по домику, они рейдили какого-то бомжика. А еще они мне поведали интересную историю. Биба! Привет! Да, мы забахали. Тут, короче, три револьверщика есть. Они нас убивали, все такое. Нам... И мы им по пятку стрелили, прости. Мы, короче, по хату, у нас пришло револьверщика, Боди одного убил, и этот. И его убили. А где эти револьверщики живут, которые вас убивали? Они Живут где-то там. С той стороны. В этот день мне предстояло пройти огромный путь, так как нафармить, чтобы зарейдить револьверщиков, нужно было довольно много. А еще пока я бегал в свой новый домик за оружием, на наш дом напали те самые револьверщики. Там револьверщики, у тебя патроны есть на ней? 14 есть. Я с Томпсона хорошо стреляю, вот с этого я еще не стрелял. Пошли, они у нас под домом сидят. Тихо, крадывайся. Вот. Убил одного, убил сейчас мальчика. Убил его, я попал в него. Хорош, Биба, красава. Я же говорил, ты умеешь стрелять. Я только один раз попал. Ого, у него ресурсов, ребят. Забираем все и уходим домой. Биба, ты лучший человек в этой жизни. Ты лучше, чем этот, с которым я играл. И так как я был новичком, мне постоянно нужно было что-то придумывать, чтобы выкрутиться из ситуации и заставить их пойти что-нибудь полутать. Слушайте, я смотрел вчера ролик, как кто-то под водой какой-то город лутал. Тут есть город под водой на этом сервере? Город?
Лабораторию хочешь залутать, что ли? И наконец, они начали меня обучать, как обустраивать домик. И я им отстроил самый легендарный дом. Смотри, у нас дом на какую-то ракету похож. Ну да, есть такое. И знаете, мои тиммейты были просто в восторге от этого домика. Ого, у вас форма дома прикольная. А после нам пришлось нафармить очень много камня, чтобы расширить наш дом, так как места в нем уже не было. Ну и тиммейты были не бесполезные, они сами расширяли дом. Офигеть, тут армия бичей, все меня хотят убить. Неподалеку от нашего острова я увидел большую лодку, которая была очень кстати, ведь мы хотели лутать лабораторию, но я был не единственным желающим ее забрать. Оп! Они мою лодку хотели угнать, жуки. О! То, что надо. Ребята, тут в ящике какой-то лут есть. О, знаете, что я, еще нашел? Смотрите. Не, лучше сюда это не ставить. А еще я придумал просто шикарнейший концепт дома. Это тюрьма. Давайте сюда обезьяну какую-то спрем. Там уже есть. И наконец-то мы с ними выдвинулись лутать подводную лабораторию. Прошло очень много времени, а нам нужно было очень много скрапа. Бери патроны. В окно, смотри. Вроде нету никого. И на первый раз нам не повезло. Но терять надежду было рано. Я сел на лодку и поплыл туда снова. А что тут так трупов много в антирадах? Тут вообще трупов много. Они что, все друг друга смотрят? Ай! Ты кто такой нафиг? Я до сих пор не понимаю, что там произошло, но очевидно, я убил последнего героя. Ё-моё. Я даже и не имел представления, как я в соло смогу все это залутать, поэтому мне пришлось вызывать на помощь Кирилла. Друг, стой, ты тут? Где лодка? Я сейчас скидываю лут в лодку, уплывай домой, пожалуйста, я прошу тебя. Просто плыви домой, хорошо? Окей, окей. Ты что, очень много лута нашел или что? Смотри, сейчас увидишь. Смотри, в ящик. Скажи мне, пожалуйста, ну вот что с тобой делать? Ну ты вот бешеный, скажи мне, пожалуйста. Биба, ты бешеный? Лутай, или лутай, да? Бери Биба. Топку и уплывай отсюда. Биб. Просто уплывай. Биба, вот скажи, ты долбанулся там совсем? Плыви домой, все, я жду хороших новостей от тебя. Этот мелкий просто в шоке. Я сам в шоке, если честно. Кирилка довез этот лут, но дома побыл он совсем недолго, так как ему нужно было возвращаться ко мне. Я так вижу, ты там, ну, чуть-чуть совсем долбанулся, да? Ну так, чуть-чуть просто. Да, бери костюм, поплыли за мной. Давай, Кирюха, греби ластами быстрее. Да, сейчас,
сейчас пытаюсь, что-то сложно как-то. Ну, сам понимаешь, сложновато. Ё-моё. Только, смотри, я сейчас покажу тебе классную сумочку, вот прям вообще топ. Иди сюда. Вот она. Лутай её. Вот он, да. У нас челики заплыли. Не-не-не, иди со мной. Он с удочкой. Я думаю, что лучше давай уплывем. Вот тут на бездяна недоразвитая. Тут еще один. Сражаться с рандомными бомжиками мы не стали. Мы забрали весь лут и уплыли отсюда подальше. Но сверху нас поджидала засада. Поплыли отсюда. В планах у нас было сплавать на маяк, переработать абсолютно все компоненты, ведь нам нужен был скраб. А еще мы еле как оторвались от типа, который заплевывал нас торпедами. О, там подводная лодка. Где? Она вроде бы за нами плывет. Вау. Опа, это она в нас запустила. Трындец. Ё-моё. Да он нас не догонит, нормально. Текай, пока мы живы. Там наверху враг, наверху враг. Наверху враг. Ай! Я его убил. Прикрывай тогда. После переработки мы припарковали нашу большую лодку на берегу и побежали в сторону дома, в надежде, что ее никто не угонит. Пока я складывал ресурсики в доме, кто-то убил Кирилла. И это было как раз возле нашей лодки. Мне кажется, знаешь что? Они хотят забрать нашу лодку. Как думаешь? В воде там сучит. В воде там сучит. Лутай вот это все. Потому что я их убил, а мне некуда это все собирать. Идем домой, а то у меня много лишнего. Нормально. Вроде бы началось все. Ух, ничего себе, у нас оружие стало в доме. Мы наконец-то поставили второй верстак, и я решил немножечко укрепить дом и изучить гаражку. Ведь о нашем домике уже знало довольно много людей. Защита дома очень нужна нам. И в это же время к нам пришли те самые ребята, которые пытались угнать лодку. Угу, я понял. Нам надо помочь нашим. Они явно на что-то обиделись, что сидели у нас под дверью очень долгое время. Также на нашем острове появлялось все больше различных бомжиков, которые хотели жить рядом с нами. И мы не отказывались и приглашали их в пати. Мы сейчас пойдем. И так как в доме было много места, я даже решил его обставить лампочками.
Оп! О! Я вас сфоткал, я вас сфоткал, я сфоткал. А, ну все, отлично. Дай фотку посмотрю. О, отлично, дай табличку. Хорош, булавой замахнись, типа мощный. И ори что-нибудь. Хорош, вот это ты мощный, конечно, смотри. А в доме у нас появилась наша собственная галерея. Так, я скоро вернусь, привезу новые фотки. Ждите меня. Нам по-прежнему не хватало скрапа для изучения взрывчатки, поэтому я частенько пролутывал лабораторию. Ну и наконец-то у нас в доме появилась НПЗ. НПЗ-шка. Меня заинтересовал один интересный деревянный домик, который я мог бахнуть с помощью трех сачелек. И поэтому, как я только их накрафтил, я отправился к нему. Тачки. Боже мой, что я сейчас сделал? Я тупо удрал от типов. Ай, блин. О, вот это вовремя. Казалось бы, это всего лишь какой-то бомжатник, но вы посмотрите, что стояло в этом домике. Третий верстак. Бабахнуть-то бабахнуло. О, сера. О, так тут нифига себе. Но я точно уверен, что третий верстак мне очень сильно пригодится. Привет, пацаны! Здорово. Привет! Смотрите, что я привез. Пойдем, покажу. Все, готовы? О, ты шо? Ну и наконец-то я смог пройти полностью третий верстак и изучить ракеты. Ну и напоследок, чтобы реализовать мой план, мне нужно было нафармить очень много серы. Со временем ребята перестали меня обучать, скорее всего они уже догадывались, что я вовсе не новичок. А как успехи? Я смотрю, у нас лес полностью пропал. Просто полностью. Пока ресурсики плавились, я решил заспавниться возле того самого дома, который нас рейдил, и разведать обстановочку. Я не пойму, где у них тут мейн, как у них и дом вообще выглядит. Надо лестницу, походу, сделать, да? Не понял. Так тут дом всего 2 на 2 получается. Офигеть, это дом 2 на 2. Тут каменная стенка. Потом, возможно, МВК будет. 20 ракет, все, изи. Изи. Ну, 25 ракет точно хватит. Потому что, а вдруг вот сюда стенку пробиваешь, потом сюда стенку пробиваешь, потом сюда гаражка и сюда гаражка. Ну, 25 ракет ровно. Изи. Вообще, надо было тут дом отстроить, на самом деле. Я нафармил поблизости дерево, отстроил кибитку, чтобы можно было туда сложить ракеты, и побежал домой крафтить взрывчатку.
Наконец-то я докрафтил всю взрывку. И мне оставалось всего лишь самое простое. Объяснить план действий. Все, собираемся в печной. Тут не хватает последней фотографии в галерее. Короче, слушайте меня внимательно. Мы идем сейчас на S26, на S16 точнее. Никто никого не убивает пока что. Пока на нас не заигрятся, ни в кого не стреляем. Просто бежим и не привлекаем внимания. Как только добежим... На какой номер черт? S16. Как только добежим, я вам раздам, короче, еще... ракеты. Поехали. Готовы? Все, бежим, ни в кого не стреляем пока что. Оружие в руки возьми. Оружие в руки возьми, год. Конечно, это очень напряженная ситуация сейчас, потому что мы идем рейдить тех, кто рейдил у нас. Когда мы добежали до моей кибитки, я увидел то, что ее кто-то зарейдил. Да. И нам не оставалось ничего, кроме как идти и рейдить на пролом. Смотрите, короче, я скидывал вам по 3 ракеты. Вот на. Раз. И забирай сразу. Второй тоже. Раз. Забирай. И третий тоже. Раз. И забирай. Мы идем. Идите за мной. И понеслась, короче, жара. Бахаем в металл стенку. Просто на счет 3 стреляем, короче. Берите базуки все. Вот это металл стенка, за мной стреляем. Стреляем дальше. Стреляем, не останавливаемся, просто бурим. Отлично, стойте. Бахаем дальше. Там открыто все. Тут спальники. Тут шкаф открыт. Ого! Нам металл! Нам металл нужен, чуваки, срочно! Кройте улицу, не давайте выйти. И зайти никому. Кройте улицу просто. Ломаем спальники. Отойдите. Я разрешаю вам нагадить на их спальники. Давайте. Возьмите ракетницы. Давай, так, фоткай. Хорош. Эту фоточку я себе оставлю. Эти типы пытались отдефать свой дом, но что-то у них пошло не так. Убил! Теперь точно убил. У нас тип по дому был. Я убил его. На крыше этого же дома я отстроил взлетную полосу, и мы собирались перерабатывать абсолютно все компоненты, которые находились в этом доме, чтобы купить пару коптеров. И поверьте, перерабатывались мы очень долго. От одних противников мы избавились, но у нас оставалась еще одна цель, которую хотел взорвать Кирюха. Полетели со мной. Я не могу сесть, мне что-то багует. Бочку надо. Уйди ты, бомж. Садитесь к нам, ребят. Давай аккуратно, езжи, нет! Дед Костя! Аккуратно. Ладно, я живой. Ресурсы с этого дома мы забрали абсолютно все и полетели наконец-то в свой домик. Все, Костик, прям за нами летим. Давай, мы тебя ждем. Удачи. Мне что-то мне подсказывает, что Костя не долетит. Меня убьют сейчас! Меня чуть не убили. А пока пилот Костик летел до дома, я приготовил для него особый сюрприз. Давай, Костя, мы в тебя верим. Костя! Костян! Ой, я прям... Это что такое? Ой, блин. Тупо долбит нормально, честно. Честно, под Рамштайн.
Но в нашей галерее появилась последняя недостающая фотография. Рейд тех неадекватных растеров. Но это еще не конец, ведь я обещал Кирюхе, что помогу ему зарейдить тех револьверщиков, которые его убивали и не давали ему играть на старте. Держи тогда, это тебе. Нам тут далеко идти, родители? Не, недалеко. Помнишь дом большой на горе? Ага. О! О! Лут. Слушай, ну мне кажется, это те же типы, которые, помнишь, приходили к нам? О, тут, кстати, смотри, что-то есть. Давай вскроем дальше. Вон просто туда будем. Просто взрывай туда и все. Не жалей ракеты, взрываем их насквозь. О, тут нормально. Задеспавнили, походу. Смотри, сколько тут спальников. Раз, два, три, четыре, пять, шесть человек. Шесть человек. Смотри, тут еще оружие есть куча. Дойди-ка, давай еще двери туда бахаем. Мне просто впадло уже. Ящики разбивать. Чувак. Это прикол? Так тут еще сера в печках. Ну а напоследок я решил раскрыть все карты и сказать им, что я не был новичком. Хотя они явно уже сами догадывались. Так что вы это... Вы сразу поняли то, что я не новичок? Или когда вы вообще это поняли? Нет, не сразу. Где-то тогда, когда ты реал хита добавил. Это вот тогда мы поняли уже. Ну да, это было, конечно, палевно. Я ему говорю, ник не ставит. Не, ну вам хоть пайп понравился? Да, конечно, понравился. Ну, я надеюсь, мы еще с вами увидимся. Как бы, может быть, в следующем вайпе. Хорош. Попрощаемся, прощай, братишка. Стой, давай Дискорд добавимся. Давай, можешь, пожалуйста, добавить меня в Дискорд, но я тебе звонить не буду. Пожалуйста, добавь меня в Дискорд. Добавлю, хорошо. Ну, пожалуйста. Спасибо за вайп, папа чиз. Все, да, спасибо за вайп, папа чиз. Пока. Надеюсь, вам понравился данный ролик и вы поставили свою оценку и написали комментик. Для меня это был довольно интересный опыт и, как мне показалось, он получился забавным. Ну а если вы хотите увидеть вторую часть «Притворился новичком», обязательно напишите об этом в комментариях, и я начну ее снимать. Не забывайте подписываться на канал. Всем пока! Ну а впереди вас ждут ностальгические моменты. Inside a wheel, slowly holds you in.